Александр, насколько я помню, вы задолжали мне несколько тысяч. Не, я, конечно, бы отдал, но у меня самого проблемы. Я уже устал это слышать. Быстрее! Здоров. Я помню, тебя занимал. Давай я дам как-нибудь попозже. О, стрёмный тип. Ты это, не наглей, шапку-то верни. Да, мы задолжали за свет. Ну и что делать? Чё-чё, подрабатывать пойдёшь? Куда? Кто-нибудь подайте, у меня трое, не, четверо детей, и я беременна. Эй, голубки, вы не бесплодны? Не хотели бы сына усыновить? Да вы черти, денег-то дайте. Мальчик, хочешь попробовать что-то сладенькое? О, хорошо, как раз полчаса не ел. О, я уверен, тебе понравится этот день. Но для начала я покажу тебе вкусняшку. Спасибо за все. Вот бы все были такими добрыми, как и вы. Здравствуйте. Не хотел ли ваш паренек хорошо день провести? Отстаньте от моего ребенка. Сколько принёс? $500. Ты напи***ся когда-нибудь? Да открой, за***! Ну ты и чёрт мохнатый! Этих денег хватит, чтобы платить твои долги! На самом деле, здесь даже четверть от моих долгов нет. Вот бы было, может, как-нибудь приумножить капитал. Тут недалеко казино открылось. Меня зовут Эдуард Фриц. А как ей к ноге, блин? На что ставите? $100,000 на зеро. Ставки сделаны. Двойка черная. Да. Что-то мне подсказывает, что мы проиграли. Победитель! А вы здесь больше не живете?
Почему это? Вы задолжали ЖКХ? Базара нет. Так, у нас не осталось абсолютно ничего. Если честно, я не знаю, что делать. Ну, из позитивного у нас хотя бы осталась твоя кепка. О чем ты? Да уже не помню. Сань, а если честно, почему ты залез в долги? Ну ты видел, в каких классных штанах я по дому расхаживал. Чего? Да, я занял на них. Зачем? Ты не шаришь. Это штаны от дочи Гейбана. Все девки будут мои. О, ну да, я так и вижу, как все девки бегут к бомжу, живущему в трубе. Ну не начинай. В смысле не начинай? Ну отстань от меня, ты ничего не понимаешь. Не хочу ничего слушать. Ладно, продам. Да, оказалось, что штаны стали стоить дороже. И на вырученные деньги я купил себе коньяк. По документам уже 80 лет. Ну, может, откроешь его? Ты чего? Пусть постоит.